Уважаемые зрители, мы с тревогой следим за событиями, которые происходят в кулуарах мирового шоу-бизнеса и хотим заметить, что ситуация, мягко говоря, не обнадеживает. Ежедневно мы подготавливаем для вас самую актуальную информацию. Сегодня снова у нас печальные новости из жизни наших любимых артистов. Год только начался, а мы уже потеряли целую плеяду актеров и артистов, людей, сделавших огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства. Это очень тяжелый удар не только для нас, но и для всего государства в целом. Сегодня у нас для вас очень горькая и тяжелая весть. Вынуждены вам сообщить об уходе замечательного актера и просто хорошего человека. Он сыграл роль уголовника по кличке Исинтуки в популярном сериале Next. Заметными стали работы в проектах «Гражданин-начальник», «Тайная стража», «Боец», «Отряд Кочубея», «Близкий враг», «Чокнутые» и «До смерти красиво». 28 февраля, на 64-м году жизни, после продолжительной и тяжелой болезни, скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Сергей Греков, известный десятками эпизодических, главным образом ролей.